Привет, ребята! Сегодня мы оказались в Тульском Кремле. Посмотрим на мероприятие, которое сейчас там проходит. Сегодня День работника культуры. Погнали! Я немножко не успел, все уже началось. Не люблю я потусторонних в нашей крепости, пограничный сторожевой, но что поделать, грамота есть грамота. Может быть, оказалось или видел его кто-то впервые, но так и так во всем расскажу. Крепость наша является удивительным памятником, удивительным оборонительным сооружением, которое появилось на южных рубежах нашей страны. Сооружений много гражданских построек, и поэтому в крепостном зодчестве у нас постепенно появляется такой, ну, перемешанный русско-итальянский стиль. Поэтому многие крепости наши 16 века, 17 века, они между собой очень-очень похожи. Для сооружения Кремля потребовался мощный фундамент. И при высоте стен 13-14 метров под землю у нас фундамент еще на 5-5,5 метров уходит. Тут у нас лежат настоящие сваи, которым сейчас, по-вашему, уже, скажем так, больше 500 лет. Настоящие деревянные сваи, которые достали из-под башни водяных ворот, когда немножко ремонтировали ее снизу, подновляли. Некоторое количество сваи пришлось достать из-под земли, так что здесь у нас лежит настоящее обработанное дерево, которому больше 500 лет. Здесь, напротив, долгие 4 месяца царские войска окружали наш город, никак взять не могли, но в итоге взяли его при помощи военной хитрости. То есть один из подвижников царя просто предложил тому затопить реку, то есть перекрыть ее плотиной, чтобы вода поднялась и затопила Кремль и близлежащее укрепление. План совсем не хитрый, но, как вы понимаете, он сработал. Это атриум. Такие были ворота. Стрелец. Пищаль. Самопал. Стрелы, щит, меч. Такой русский воин 14 века. Топорик, лук, пищаль, илд, меч, кольчуга, можно потрогать, тяжеленькая. Ух ты, какие интересные экспонаты. Раз. Николай Угодник. За веру и царя. Надпись на шляпе. А какая интересная пушка. Бомбардир артиллерии. Начало 19 века. Вот такие ребята бились с Наполеоном. Наши полководцы. За царя и отечество. Надпись на флаге. Денежную купюру. Тульская молва.
выпуск 1914 года. Вот в таком обмундировании наши ребята принимали участие в Первой мировой войне. Музей в Тульском Кремле крутой. Ребята, современный, стильный, классный. Сегодня мне посчастливилось сюда зайти бесплатно, в честь Дня работника культуры. Находки на территории Кремля. Монеты. Вот бы такое найти. Элементы ворот, ограда. Большая засечная черта, макет. Инструменты. Предметы быта. Вот такие классные сувенирчики можно привезти из Тульского музея Кремля. Да, вот такой бандурой по куполу. Слышанное, что хотели бы про наше житье-бытие узнать. Как мы тут живем, поживаем? А ничего, живем, не мотаем, да пустых щей не хлебаем. Хоть сверчок горшок, а все с наваром бывает. Хозяйство вести не бородой трясти, потому как потопаешь, так и полопаешь. А хозяйка вести мы в дому, чтоб пчела в саду, потому как хозяйкой дом стоит. Вот оно и выходит. Некогда до последних петухов валяться. И не вешай носа, а прижмой коней, иди туда.
таком прекрасном месте сегодня, ребята, проходило мероприятие замечательное под названием «День работника культуры» в городе Тула в Тульском Кремле. Надеюсь, вам видео понравилось, и вы не забудете подписаться на мой канал, поставить лайк. И до скорых встреч, ребята. Пока-пока.